Купайтесь. Да, запись началась. Мы продолжаем изучать эфирное пространство. И такой вопрос. Вот дано нам эфирное пространство. Вы можете доказать, что в нем есть ортогональный базис? Какой мы тут мы пользуемся активно этими ортогональными базисами, а существования, судя по всему, еще не было. Не было? Другой вопрос. Если дан набор векторов конечный, и они все не нулевые и все попарно ортогональны, можете ли вы доказать, что они линейно независимы? Все попарно ортогональны и не нулевые. Ну, то есть мы можем выписать все эти все скалярные произведения этих векторов. Да. Они будут так сейчас. И они. Давайте это тогда оформим в виде лемы. Да. Если мы выпишем все эти скалярные произведения. Они обращаются в ноль, и из этого как-то надо сделать вывод, что только нулевые числа подойдут в линейной комбинации, чтобы получить ноль. Да. Пусть у нас В из крыльевого пространства. Е1, ЕК не нулевые векторы. Производим линейную комбинацию равную нулю. Надо доказать, что все коэффициенты в ней это равны нулю. Для любого и
реальное произведение. Мы вот в левой части возьмем взгляды произведения Яитова и вектора, стоящего в левой части этого равенства. Поскольку этот вектор равен нулю, скалярное произведение равно нулю. Грамма-Шмидта. Thank you.
F1, FM, векторы, линейно независимые. Когда существуют векторы E1, EM, такие, что какие-то неравнодуем, они попарно ортогональны. И, кроме того, для любого К от 1 до М вектор ЕК принадлежит линейной оболочке векторов F1, FK. Вектор К уменьшить линейные оболочки векторов E1 и К. Давайте, чтобы основную идею хорошо понять, давайте рассмотрим случай в начале M равно 3. У нас есть три вектора линейно зависимых. F1.
сейчас еще второй, третий построен, но пока все хорошо вроде бы. Да? Теперь Карло 2. Мы, значит, тогда E1, E2 принадлежит линейной оболочке F1, F2. И... А зачем он? Нет, E2. E2 принадлежит линейной оболочке. Ну, E1 тоже, но... Что вы видите? Ну, E1 тоже, но непонятно зачем. E1, да. Е1 мы уже построили. F2 принадлежит линейной оболочке Е1, Е2. Как нам этого добиться? Предлагается такой шаг. Пусть у нас, нам нужно построить вектор Е2, и мы его возьмем в такой форме. По определению Е2 равен, у нас будет равен F2 минус какое-то число лямбда 1 умноженное на Е1. Лямбда 1 мы сейчас определим. Но вначале давайте убедимся, что вот эта такая формула гарантирует нам оба эти условия. Согласны? Это да. Для любого лямбда 1, если мы Е2 положим равным вот такому вектору, мы будем иметь и первое условие, и второе условие. Поскольку Е1 мы уже знаем равен F1. Ага. А как найти, как подобрать лямбда 1? Нам нужно, чтобы векторы были попарно ортогональны. Ну, напишем условие, что Е1 примерно соединение с Е2 равно. Мы этого хотим. И что это значит? Как это переписать? И вот, пользуясь формулой, что получится? Мы E1 скалярно умножаем на вот этот вектор, получаем E1 F2 минус лямбда 1 Е1 Е1, так, и это все равно отсюда лямбда 1 получается, мы хотим, чтобы это выполнялось, и тогда лямбда 1 обязательно равно Е1, Ф2, скалярное произведение, деленное на Е1, Е1. И тогда, значит, наш вектор Е2 вот такой получается. Два условия выполнены. Векторы Е1 и Е2 перпендикулярны, то, что мы хотели. Но еще нужно, чтобы они оба были неравны. Вектор Е1 у нас не равен нулю, поскольку F1 не равен нулю, поскольку F1 и FM линейно независимы. Эти векторы линейно независимы, значит, каждый из них, по крайней мере, уж точно не равен нулю. Вопрос, может ли Е2 в
вот мы нашли формулу для Е2, он равен, может ли он оказаться равным нулю? Нет. Почему? Потому что Е1 это F1. Да. И если это будет равно нулю, тогда это линейная комбинация. Да, да, да. У нас Е2 у нас равен линейной комбинации вектора F1, которого Е1 это F1, и вектора F2. И при этом, смотрите, он равен, Е2 равен линейной комбинации векторов F1 и F2, и важно отметить, что по крайней мере один коэффициент в этой линейной комбинации не равен нулю, а именно вот здесь стоит единица, не равная нулю, потому что вот этот коэффициент может оказаться равным нулю, а этот уже точно единица, нулю не равен. Значит, Е2 не равен нулю. А мы не хотим все Е выразить через F? Так и сделаем. А, ну просто переписать нужно Е1 как раз. Сейчас я продвигаемся как раз в этом направлении. Теперь мы, итак, мы делаем случай m равно 3. Нужно построить векторы Е1, Е2, Е3. Мы Е1, Е2 построили. Теперь Е3 построим. Для этого рассмотрим условие вот это рассмотрим для k равно 3. У нас Е3, который мы хотим построить, он принадлежит линейной оболочке F1, F2, F3. F2 при этом принадлежит F3 должен принадлежать линейной оболочке E1, E2, E3. Ну, наши предыдущие построения уже подсказывают, что делать. Мы рассмотрим E3. Равный вот такому выражению. F3 минус альфа 1 E1 минус альфа 2 E2. Альфа 1, альфа 2 – некоторые числа, которые нужно определить. Но значит, сразу заметим, что для любых альфа 1, альфа 2 мы имеем первое условие, поскольку E1 и E2, поскольку E1 – это F1, а E2 вот такой формулой задается. Мы имеем это условие и также имеем вот это условие. Если перенести эти векторы в правую часть, получаем, что F3 выражается в виде линейной комбинации E1, E2, E3. Вот. Ну, осталось добиться того, чтобы вектор E3 был перпендикулярен векторам E1 и E2. Хотим мы, чтобы E1 был перпендикулярен Е2, это эквивалентно чему? Мы умножаем скалярно Е3 и Е1 на вот это выражение. Что получаем? Е3, Е1, Ф3. Дальше минус альфа 1 Е1 Е1. Вот. И далее еще нам нужно Е1 умножить скалярно на вот этот вектор. И будет чему это равно, если Е1 умножить на. Ну, давайте напишем, не спеша. Минус альфа 2 Е1 Е2. Это все равно нулю. Вот в этой сумме из трех слагаемых какие-нибудь слагаемые равны нулю? Да.
Последний. Да, вот это облонговый. Отсюда альфа 1 получается равным D1 F3 деленное на D1 D1. Отлично. Теперь мы нашли альфа 1, теперь ищем альфа 2. Для этого пишем условие, что E2 перпендикулярен вектору E3. Получается E2 F3. Итак, у нас по построению у нас векторы E1, E2, E3 попарно ортогональные. Мы имеем вот эти условия для любого k от 1 до 3. И E1, E2 не нулевые, и E3 тоже не нулевой. Почему? Поскольку он тоже равен линейной комбинации векторов от 1 до 3. И обратите внимание, что это вот будет F1, это какая-то линейная комбинация векторов F1, F2, и тем самым F3 в этой правой части, если переписать ее как линейную комбинацию F1, F2, F3, коэффициент при F3 будет вот только здесь. Единица не равна нулю, значит F3 не равен нулю. Мы сделали случай M3, давайте... Теперь в случае произвольного M. Формулы, в общем-то, такие же получаются. Мы строим последовательно, начиная с E1. Значит, нам даны векторы F1, FM, и нужно построить векторы E1, EM. Мы берем E1 равный F1. Дальше и мы E2 хотим построить как вектор вот такого вида F2 минус лямбда 1
Е1. И из условия, что Е1, Е2, деление равно нулю, вероятно тому, что лямбда 1 равно формула та в точности та же самая. Дальше Е3 мы будем искать в таком виде. Давайте это обозначим лямбда 2,1, чтобы у нас был, чтобы помнить номер и этого вектора, и этого вектора. Лямбда 2,1. И вот такой вот лямбда 2,1. Я просто изменил назначение для этого числа лямбда. Теперь Е3 будем искать в следующем виде. F3 минус лямбда 3,1 Е1 минус лямбда 3,2 Е2. Первый индекс 3 говорит о том, что мы изучаем вектор Е3, а второй индекс говорит, что это единичка говорит, что это коэффициент Е1, двоечка говорит, что это коэффициент Е2. Тогда уравнение Е1, то, что условие, что Е1 перпендикулярен Е3, позволит нам выразить лямбда, позволит нам явно написать лямбда 3,1. Скажите мне, какой получится лямбда 3,1. Если Е1 скалярно умножить на вот эту правую часть и приравнять к нулю полученное выражение, мы сможем вычислить лямбда 3,1. Мы уже написали. Е1 F3 и Е1. Вот здесь он у нас был альфа-1 обозначен, и вот мы его такую форму получили. Нашли мы уже векторы, три вектора, но это мы уже делали, теперь четвертый вектор.
вычисляется будет как 4 минус вот такая комбинация. И мы теперь напишем условие, что для i от 1 до 3 вектор e4 должен быть, вектор ei должен быть перпендикулярен вектору e4. Это позволяет написать формулу для лямбда 4i. И какая получается формула? EI F4 на EI. EI на F4 делим на EI EI. Да. Ну и теперь мы готовы общую формулу написать. Для любого k от 1 до n. Екатый вектор. Лямбда. Снова мы из... Кстати, мы, как смотрите, когда мы вот это скалярное произведение изучаем, мы умножаем всю эту правую часть скалярно на еитый вектор, и мы пользуемся, значит, когда мы еитый умножаем на f4, получается скалярное произведение, хорошо. А дальше, когда мы еитый умножаем на эти векторы, мы получаем 3 скалярных произведения, и из них 2 равны нулю. Этим мы пользуемся, что из этих 3 скалярных, когда еитый умножаем на эти 3 вектора, остается только одно из 3 скалярных произведений не равное нулю, а именно еи. И вот здесь, чтобы получить... Екатый мы берем вот в таком виде, нужно найти числа ЕКИ. Мы пишем условие, что... Да, давайте лучше здесь кожи сделаем. Чтобы брать скрятное произведение. Снова мы берем ряд условий, что еитый перпендикулярен екатому. Мы еитый умножаем скалярно на весь этот вектор. Получается, здесь остается скалярное произведение еитого с FK. А когда мы умножаем еитый на всю эту сумму, в ней что остается? Сколько не нулевых слагаемых будет? Одно только как еитый, умноженный на член, содержащий еитый. Потому что со всеми другими векторами в этой сумме он перпендикуляр. Итак, вот это
условия, говорят о том, что Е и П равны путине с Ф от Е минус лямбда К и П и П и отсюда мы находим коэффициент лямбда К и П. Итак, мы получаем формулу для коэффициента любого, да, и от 1 на минус 1. Значит, мы получаем формулу для всех этих коэффициентов, тем самым получаем явную формулу для вектора ЕК. Вопрос. Значит, по построению мы имеем вот это условие, что мы так эти векторы и строили так, что они попарно перпендикулярны. Дальше вот это условие мы тоже имеем. Почему? Почему ЕК ты принадлежит к этой линейной оболочке? Ну, потому что здесь ФК, а вот эти предыдущие ежит и прижи от 1 до к минус 1, они принадлежат линейной оболочке векторов f1, fk минус 1. И это условие тоже выполняется. Если перенести эту правую часть, мы получаем вот это условие. Хорошо. И дальше, вот когда мы проверили вот эти два условия, ну, точнее, вот это условие мы проверили, и теперь мы можем сделать, и только теперь мы можем заключить, что ЕК не равен нулю. Mm-hmm. Потому что, значит, ЕК является линейной оболочкой вот этих, является линейной кондиционной вот этих векторов, и важно понять, что в этой линейной комбинации вектор FK появляется только здесь. Mm-hmm. Потому что эти векторы являются линейной комбинацией векторов F1, FK минус 1. Значит, коэффициент при FK равен единице, значит, а векторы эти линейные независимы, значит, ЕК не равен нулю. Все, доказали. И вот что же такое процесс ортогонализации Грамма-Шмидта? Значит, вот мы доказали эту теорему. Так вот, процесс ортогонализации Грамма-Шмидта – это процесс построения векторов Е1, ЕМ по данным F1, FM. То есть нам даны векторы F1, FM, линейно независимые, мы применили к ним процесс ортогонализации Грамма-Шмидта и получили попарно-ортогональные векторы Е1, ЕМ, удовлетворяющие коэффициентным условиям. Так, хорошо. То есть мы будем строить по этому процессу, и потом еще каждый вектор после строения
нормировать, чтобы их длина была единицей. Да, да, да. Вначале пара определений. Для произвольного вектора из эфирного пространства длина вектора это, как вы понимаете, вот такая величина. В этом пространстве дано изначально только скалярное произведение. И это позволяет нам определить длину векторов и углы между векторами. У1, если у1 два вектора, когда угол между векторами у1, у2 как это в обычной геометрии обозначается? Вот так, наверное. Да. Скобочек для блинков не требуется. Нет, или внизу угол и в скобочках. Ну вот, вот так. Пишем угол. Смотрите, если мы знаем, что такое скобление векторов, и знаем, что такое их длина, ну теперь нужно определить угол. Что такое угол, мы не знаем, но мы можем его определить. Как вы думаете, как его определить? Пользуясь скалярным произведением и длиной векторов. Их скалярное произведение разделить на их длину. Произведение их. Так, и получится что? Арксинус. Значит, надо взять арккосинус. Арккосинус об привычного выражения. Арккосинус вот такой штуки. Замечательно. Какие-нибудь вопрос. Это выражение определено для любых векторов по 1, у 2? Не равных нулю. Не нулевых. Не нулевых, да. Если, да, если они должны быть не нулевыми. Хорошо. Предположим, что они не нулевые, но и мы ничего больше о них не знаем, мы знаем, что они не нулевые. А что мы можем, всегда ли мы можем вычислить вот такой арккосинус? Для любого арккосинус вообще, арккосинус x для вещественного x определен когда? Да, если модуль x определен не переходит единицы, так? Значит, нам нужно проверить, что модуль вот этого числа не превосходит единицы.
эквивалентно. Значит, вот это число знаменатель у нас точно положителен. Поскольку векторы не нулевые, значит, неравенство можно умножать на положительное число. Нужно проверить, что вот такое неравенство справедливо. Для любых векторов в Евклидовом пространстве. Или это же можно переписать эквивалентно. Смотрите, у нас обе части этого неравенства, которое нам нужно проверить, они не отрицательны, так? Uh-huh. Значит, можно возвести в квадрат. Uh-huh. Если возвести в квадрат левую часть, получится U1, U2, скверное произведение в квадрате. А справа получится U1 модуль в квадрате. И что это такое? Это просто, это просто скалярное определение U1 с U1. Вы его впервые, видимо, видите, да? Леонид Валерьевич о нем не говорил. Нет, Леонид Валерьевич о нем не говорил. А, хорошо. Так вот, давайте его пока запомним. Мы с Дмитрием Валерьевичем договоримся, кто из нас будет его доказывать. Но мы обязательно его докажем в какой-то момент, а пока будем им пользоваться. То есть оно не так просто доказывается? Ну, не трудно, но есть некоторое. Там просто хочется, когда оно не трудно доказывается, но когда его доказывать, хочется сразу предъявить примеры его применения. И это некоторый сюжет, там, на какое-то время займет, надо подумать, когда это хорошо рассказать. И, может быть, в конспекте прислать. Вот. И еще. Неравенство Кошы-Буниковского, оно справедливо. Итак, для любых векторов U1, U2 мы имеем неравенство, и при этом равенство. Неравенство Кошы-Буниковского говорит, оно два утверждения содержит. Во-первых, для любых векторов имеет такое неравенство, и вдобавок, в некоторых случаях, оно будет равенством. Это не равенство, здесь написано меньше либо равно. То есть, в принципе, бывает, когда равно. Оказывается, что равно это неравенство превращается в равенство. Тогда и только тогда, когда U1 и U2 коллинеарны.
давайте сейчас проверим часть этого утверждения. Итак, утверждение полное такое. Для любых векторов имеем неравенство, и это неравенство превращается... Причем, обратите внимание, что в этом неравенстве уже даже не обязательно требовать, чтобы они были не нулевыми. Ну, в общем, когда они нули, когда один из них равен нулю, оно это тривиально становится. Обе части равны нулю, но остается верным. Так? Вот это неравенство остается, изначально нас оно интересует, когда оба вектора не нулевые. Но вот мы его переписали в таком виде, и теперь мы видим, что оно верно и для нулевых векторов. То есть оно верно действительно для вообще для любых векторов вообще. Мы это докажем, что оно верно для любых векторов, не обязательно не нулевых. Такое неравенство. И оказывается, что оно обращается в равенство. Равенство тогда, когда у 1 и у 2 коллинеарны. А что это значит, вы помните? Они линейно зависимы. Они линейно зависимы, да. Так вот, и это эквивалентно, вы помните ли вы, что два вектора линейно зависимы, это вот тогда, когда один является равен второму, умноженному на константу, да. Так? Так вот, давайте проверим, что если они коллинеарны, давайте сейчас проверим простую часть этого утверждения, если векторы коллинеарны, то неравенство превращается в равенство. Ну, по линейности, скорее, по линейности. Да. Если у 1 равно лямбда 2, то у 1 у 2 получается лямбда 2 у 2. И из этой формулы сразу получаем, да, и у 1 равно лямбда в квадрате 2. Подставляя эти две формулы сюда, получаем равенство. Все-таки построим. Итак, мы определили длины векторов, углы между векторами. Теперь мы понимаем, что такое ортогональный базис. Мы и раньше понимали. Базис называется ортогональным, если векторы в нем попарно ортогональны. Ну и базис называется ортонормированным. Вы уже можете догадаться, если векторы попарно ортогональны и длина каждого равна единице. Давайте построим ортогональный базис, ортонормированный базис. Следствие. Пусть В Евклидово пространство конечномерное. Тут вот обратите внимание, что предыдущая теорема работала для любого Евклидового пространства, не обязательно конечномерного. Но мы оперировали, мы взяли произвольное Евклидово пространство, которое, в принципе, в определении Евклидового пространства не требуется конечномерности. И там есть области математики, которые изучают бесконечномерные Евклидовые пространства. Эта теорема работает с любым векторным Евклидовым пространством, но рассматривается в нем конечный набор векторов.
А теперь мы рассмотрим следствие, теперь мы предполагаем, что Евклидово пространство наше конечномерно. Так вот, в пространстве V существует автономированный базис. Получили линейно независимые векторы E1, EN. Поскольку верно ли, что это обязательно будет базис? Да. Почему? Потому что это N линейно независимых векторов пространства размерности N. И что? Мы уже многое доказывали о векторных пространствах, вот, пользуясь тем, что мы доказывали. Любой вектор можно расписать как линейную комбинацию F1FN, F1FN можно расписать как линейную комбинацию E1E. Да, Мирали, хорошая идея, вы сказали. Смотрите, у нас, F-каты принадлежит линейной оболочке E1, EK. То есть каждый из базисных векторов принадлежит линейной оболочке этих векторов. Значит, любой вектор пространства V раскладывается в линейную комбинацию векторов F1, FN. Каждый вектор FK раскладывается в линейную комбинацию векторов E1, EK. Значит, любой вектор пространства V раскладывается в линейную комбинацию этих векторов. И они линейно независимы, значит, они образуют базис. Замечательно. Но можно было и проще рассуждать. Можно было забыть про эти векторы F1, FN. Посмотреть на вот эти векторы E1, EN. Это N. Вот давайте теперь другое утверждение. Если нам дан набор из N линейно независимых векторов, в пространстве размерности n, почему они обязательно образуют базис? Пользуясь
Как это доказать? Очень легко, пользуясь теоремами, которые мы знаем. Давайте, времени мало, я скажу. Мы знаем, во-первых, что любой набор линейно независимых векторов можно дополнить до базиса. Mm-hmm. Было такое? Mm-hmm. Хорошо. Так вот, если нам дан набор из n векторов, из n линейно независимых векторов, предположим, что они не образуют базиса, тогда их можно дополнить до базиса, и получится базис, содержащий более n векторов, а это невозможно, поскольку мы знаем, что в конечномерном пространстве любые два базиса содержат одинаковое количество векторов. Это мы тоже доказывали. Или можно более экономно рассуждать. Пусть у нас данной n линейно независимых векторов в n-мерном пространстве, значит, пространство n-мерное, значит, в нем существует базис из n векторов, и дан какой-то набор из n векторов, которые, предположим, не образуют базиса, тогда можно добавить хотя бы один. Если эти векторы линейно независимы и они не образуют базиса, тогда можно к ним добавить один хотя бы вектор, чтобы полученная система из n плюс одного вектора была линейно независима. Мы не утверждаем, что она базис, но получится система из n плюс одного вектора линейно независимых. И это будет противоречить чему? Была у нас лемма о двух системах векторов, если помните. Помните такую? Если дан набор из n линейно независимых векторов, возьмем их линейную оболочку, тогда в этой линейной оболочке и в этой линейной оболочке мы нашли m линейно независимых векторов, тогда m не больше, чем n. Вот. А здесь, если у нас дано n-мерное пространство, оно заведомо является линейной оболочкой каких-то n базисных векторов. И если нам теперь дана произвольная система из n линейно независимых векторов, и если они не образуют базис, то значит их линейная оболочка не равна пространству V, значит, есть вектор, который не принадлежит линейной оболочке этих векторов, можно его добавить, получится n плюс 1 линейно независимый вектор в пространстве равно линейной оболочке n базисных векторов, и это противоречит лемме о двух системах векторов. Да, так вот, значит. Размерность V равна n, следовательно, законченные количества следствий, следовательно, векторы E1, EN образуют базис, тогда мы положим E и T с волной равному, у нас получился базис, и он ортогональный. В этом базисе мы возвращаемся до доказательства следствия. Нам изначально дан базис F1 FN, мы применили к нему процесс ортогонализации, получили систему линейно независимых векторов E1 и EN. Поскольку любые N, как мы сейчас поняли, любые N линейно независимых векторов, в общем, мы уже двумя способами доказали, что эти векторы образуют базис. Этот базис ортогональный, поскольку они поварно-ортогональны. Теперь мы из него строим ортонормированный базис. Мы просто берем вектор EIT с волной, строим так, берем вектор EIT и умножаем его на коэффициент вот такой. На длину его. Тогда EIT
да, длина ей по свойствам, согласно определению длины, легко проверить, что длина такого вектора где-то равна единице. И тогда это значит, ну и по-прежнему, поскольку вот эти векторы попарно ортогональные, Е и Т с волной тоже будет попарно ортогональные, и получается, что Е1 с волной, Е1 с волной уже ортогонированный парус. Еще одно полезное следствие докажем. Мы изучали ортогональное дополнение под пространство в эвклидовом пространстве, и я говорил такой факт, что если у нас L под пространство и L является его ортогональное дополнение, то сумма L и то все пространство обязательно распадается в прямую сумму L и ортогонального дополнения. Я сказал это как факт, без доказательства. Теперь мы можем это доказать. Применением процесса ортогонализации
Получим ортогональный базис E1, EL, EL плюс 1, EN. Все векторы от E1 до EN принадлежат линейной оболочке F1, F2. Значит, мы знаем, что E1, EM, согласно процессу, согласно теореме, E1 и EM принадлежат линейной оболочке векторов F1, FM, FM, которая равна чему? Которая равна пространству, подпространству. Да. И мы знаем, что F1, и это, опять же, по теореме F1, FM тоже принадлежат линейной оболочке векторов E1, EM. Так? И вот из второй строчки мы из этих двух, смотрите, E1, EM, они принадлежат L, и в то же время мы видим, что F1, FM, все принадлежат линейной оболочке этих векторов, и при этом F1, FM образуют базис в L. Все векторы базиса принадлежат линейной оболочке этих векторов, значит, линейная оболочка этих векторов, она просто совпадает с этим. Следовательно, E1, следовательно, из этих двух строчек мы получаем, что линейная оболочка E1, EM равна L. И дальше из этого и мы знаем, что эти векторы не независимы, значит E1, EM ортогональный базис. Базис V, докажем, что остальные векторы из этого базиса образуют базис в ортогональном дополнении. Возьмем вектор U. U. Произвольный вектор из V. И напишем U равен линейной комбинации. Значит, поскольку это базис, U равен линейной комбинации векторов E1, EM. Thank you.
таком случае U принадлежит антагональному дополнению. Что можно, какое будет условие на коэффициент лямбда? Все коэффициенты до m будут равны. Да, это верно. Так это тогда, когда лямбда 1 лямбда 2 и так далее до лямбда m равны 0. Ну, смотрите. Если эти коэффициенты равны нулю, то тогда U будет вот таким вектором. И ясно, что такой вектор перпендикулярен любому вектору из L, поскольку вот такой вектор, он перпендикулярен любому из этих векторов, а они образуют базис в L. Если U имеет вот такой вид, то он принадлежит ортогональному дополнению. И обратно, если U имеет какой-то ненулевой коэффициент здесь, то взяв скалярное произведение, если существует G от 1 до m такое, что лямбда g не равно нулю, то скалярное произведение eg с u, чему оно равно? Eg с u будет просто лямбда g на eg eg. Поскольку все векторы делиты попарно ортогональны. И вот это, если лямбда g для g и отсюда не равно нулю, то тогда вот это число не равно нулю. И следовательно u, а ежитый вектор eg лежит в L, я беру g от 1 до n. Я сейчас проверяю вот эту эквивалентность. В левую сторону импликацию мы проверили, она очевидна. Если вот эти коэффициенты равны нулю, то U имеет вот такой вид и такой A. И ясно, что такой вектор перпендикулярен любому вектору из L, значит, он лежит в ортогональном дополнении. Теперь я правую импликацию проверяю, если U... Я хочу доказать, что если какой-то из этих коэффициентов не равен нулю, то U не принадлежит ортогональному дополнению. Mm-hmm. Если вот я предполагаю, что какой-то из этих коэффициентов не равен нулю, тогда вот я получаю, что вот это скалярное произведение не равно нулю, следовательно, U не принадлежит ортогональному дополнению, поскольку E житый и принадлежит A. Mm-hmm. Так. Из этого мы делаем вывод, что E, M плюс вот эти векторы, E, N, базис, ортогональное дополнение. Так. Ну и из этого мы получаем, что из этого сразу следует, что так, у нас E1, EM базис V, EM плюс 1, EM базис в ортогональном дополнении, а все вместе эти векторы образуют базис во всем пространстве, значит V равно сумме L плюс L ортогональное дополнение. Но пока сумму пока пишу без кружка, так?
А чтобы доказать, что эта сумма прямая, нужно проверить, что L, что пересечение L и L ортогональное отклонение равно нулю. Значит, это тоже следует, вот это свойство тоже следует из того, что у нас есть, что, значит, это базис V, а это базис V в ортогональном отклонении. Эти два базиса не пересекаются, поэтому если в этом пересечении двух подпространств найдется ненулевой вектор, то раскладывая его по этому базису и по этому базису, мы получим противоречие, так? То есть два разных разложения. Мы получим для ненулевого вектора из этого пересечения мы можем разложить его по этому базису и по этому базису, и тем самым для этого ненулевого вектора получится два разных разложения по базису всего пространства. Что невозможно. Значит, пересечение равно нулю. А у нас была такая теорема, что если пространство разложено если пространство равно сумме двух подпространств, при этом подпространство, если при этом пересечение этих двух подпространств равно нулю, то из этого следует, что сумма прямая. Это просто определение? Да? Нет, там было немножко другое определение, но, в общем, так или иначе, мы доказывали, что если сумма и пересечение равно нулю, то сумму прямая. Определение было такое. Сумма называется, смотрите, значит, сумма это если вот это утверждение говорит, что любой вектор можно представить в виде суммы вектора отсюда и вектора отсюда. А сумма называется прямой, если любой вектор можно единственным образом представить. По-моему, я такое определение давал, что сумма называется прямой, если любой вектор можно единственным образом представить в виде суммы вектора отсюда и вектора отсюда. В общем, посмотрите, какое было определение. И мы доказывали, что сумма является прямой, что сумма обычная будет прямой, тогда и только тогда, когда пересечение слагает их равно нулю. Все, спасибо. Собрали несколько полезных утверждений. Я сам делал.